Доброе утро, наши зрители. Вести утро, Карачаево-Черкесия, с вами. На улице тепло, но спешить с переходом на легкую одежду не нужно. Холодный фронт еще может вернуться, говорят синоптики. Ну а какая погода будет сегодня, узнаем чуть позже. А сейчас время новостей. В Карачаево-Черкесии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Полицейские Прикубанского района организовали семейную акцию «Папа, мама, я». ПДД соблюдает вся семья. Ребята подготовили памятки, в которых призывают и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Я считаю, что акции такие нужно проводить очень часто, с детьми, задействовать. И хотелось бы всех родителей призвать, чтобы они вот благодаря даже этим памяткам сделали для себя какие-то определенные моменты и доносили информацию о правилах дорожного движения детям. Акции такого рода носят профилактический характер по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. На сегодняшний день акции такого рода у нас проходят очень часто. Мы стараемся больше задействовать людей, сами предлагаем поучаствовать. И школы, и садики, они тоже заинтересованы в таких мероприятиях. В Государственной филармонии прошел сборный концерт фестиваля «Свет Христов». Перед зрителями выступили Московский синодальный хор под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова, хор Архиерейского подворья собора святителя Николая Чудотворца города Черкесска, хор Покровской церкви и детский хор Покровской церкви. Зрители с большим интересом и увлечением слушали выступления хоров. Отметим, ежегодный фестиваль «Свет Христов» проводится по благословению святителя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2021 года во многих городах России и странах ближнего зарубежья. От лица Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения я рад представить вам концерт в рамках Международного Патриаршего фестиваля духовной музыки «Свет Христов». Фестиваль проходит в разных городах и регионах нашего Отечества и призван свидетельствовать красоту нашей древней духовной музыки и помогать развитию традиционных духовно-нравственных ценностей нашей страны. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключение расскажу, какой будет погода и ждать ли нам сюрпризов от нее. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный. Ветер восточный с переходом днем на западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. В горах плюс 3, плюс 8, днем плюс 20, плюс 25. И местами плюс 11, плюс 16 градусов. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом днем на западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 23, плюс 25 градусов. Дар и достояние народа, переданное нам предками, – это язык. Как сохранить? Есть решение. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете, позвонив по номерам 8-918-225-46-20, 8-929-861-65-99. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-929-860-80-36. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем, в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Стал поваром и купил квартиру. Стала юристом и купила машину. Стал механиком и открыл свое дело. Ставропольский кооперативный техникум. Выбирайте специальность и исполняйте свои мечты.
Лазерная коррекция последнего поколения в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43, 73, 87.